Вот сейчас я пришел, простите, с Верным. Я его назвал Верный, а у него получается Нервный. Он палку возьмет, носится за воробьями, а за ним все время бегает ураган. Им удобно было бегать вдвоем. Сережа, я тебе благодарю за то, что ты мне дал такого пса, доверил. Как мы с ним жили славно. Он у меня около кровати спал, непривязанный. И когда ночью подойдет ласкайся, а Володя спит, шепотом Володя спит. Он сразу уши подожмет и ложится спать. Шепотом ему, чтобы Володя не разбудить. Я так умный пес. Это Сережа его так надрессировал. Совестливый. Даже отвернулся. Домой едет, все. Хороший. Верный, ну давай руку еще. Давай, руку, вот моя рука. Верный. Давай, простимся. Верный, иди сюда. Да голубчик ты мой. Да как мы с ним ласково. За зиму полтора мешка на двоих скормил только. А ты бы сколько скормил мешков? Ну, в месяц бы мешок. А? В месяц мешок у меня на двоих уходит. Мешок в месяц, так считай. А я сколько? Приехали мы октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, 5 месяцев. Все, то, что сэкономили, можете с Володей съедать. Ну все, с Богом. С Богом. Давайте. Сережа, как только лучше будет, по Теряевку едем. Надо работать, не лежать. Я тебя кормить буду и все, больше ничего не дам. Давай. С Богом. Давай. Прощание. Уехали. Ох, и пес хороший, и хозяин хороший.